Ну а в Красноярске вспоминают героев Афганистана. Сегодня ровно 30 лет, как советские войска покинули зону боевых действий. Министерство обороны в честь памятной даты рассекретило исторические документы. В открытом доступе теперь перечни наград и почетных званий, присвоенных бойцам и подразделениям. Из Красноярского края на ту войну отправились больше 4000 человек. Сегодняшнее впечатление такое, что до сегодняшнего дня этот день называли праздником. Всегда мы как-то это слово избегали, говорили «День памяти». Ну, для меня целое открытие сегодня. Все звонят друг другу, говорят и говорят о празднике. Поздравляем с праздником. Это вот впервые. Вот я точно говорю, что такого никогда не было.